И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, у меня сегодня такая необычная серия, будет она посвящена красивым восходам и закатам Солнца на других планетах. Где я буду проводить свои сегодня путешествия? Это на планетах, сразу вам скажу, на планетах различных красивых туманностей. Я уже, кстати, здесь подыскал кое-что нам самое то нужное. Здесь обалденно расположены три туманности. К одной я уже, кстати, из них подлетел. Мы уже практически в ней находимся. Здесь есть еще вот такая вот туманность. И есть еще, по-моему, где-то у нас сзади диффузная туманность. Да, вот. Короче, сегодня мы на них посмотрим закаты и восходы звезды на других планетах, короче говоря. Я думаю, это будут шикарные ночи, шикарные заходы Солнца, а также восхода. Так, ну и здесь я уже нашел желтый субгигант, у него 10 планет, и вторая по дальности от этой звезды планета, в принципе, с нормальной атмосферой, с плотной достаточно, через которую можно рассмотреть будет все красоты неба. Так, вот у нас эта планета, горячая пустынная Терра. Состав атмосферы у нас пар, азот и углекислый газ. Так, давайте пока опустимся на ее поверхность, а вы пока не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик, друзья. Так, мне нужно прям буквально на поверхность. Так, ну что ж, я на поверхности. Давление, кстати, атмосферное давление здесь повышено. Так, ну давайте перемотаем время, ускорим режим времени и дождемся захода нашей звезды, заката. Так-с, ну-ну-ну-ну. Да, уже звезда практически на горизонте. Практически на горизонте. Наверное, можно сейчас будет замедлять время. Еще немножко ускорим. Кстати, смотри, как просматривается звезда. Ты видишь, прям видно, блин, каждую ее мелочь. Обалдеть. Так, ну-ка, подожди. О, у нас, кстати, по-моему... И, блин, здесь невооруженным глазом просматривается даже газовый гигант, еще одна планета этой звезды. И, по-моему, даже Луна ее просматривается. Так. Это у нас что? Подожди, это Луна? Да, это Луна. Блин, ты посмотри, какое у нее быстрое вращение. Подожди. Давай немножко замедлим. Так. Еще у нас, по-моему, еще одна Луна. Так, планеты, я так понимаю. Так, хорошо, ладно, давай ускорим заход звезды. Давай еще даже немножко, наверное. Синеватый такой оттенок, смотри, да? Ну и что у нас здесь получается? Плотная атмосфера, да, у этой планеты, блин. Вот смотри, вот тут диффузная туманность просматривается хорошо. А почему не видно той туманности, в которой мы находимся? Блин, отблески. Отблески от Лун или планет? Если ты хочешь сказать, что сейчас уже будет восход звезды, я не понимаю.
Опять луны. Наши карликовые луны, блин. Обалдеть, от них такой свет идет. Жаркий Юпитер, понятно, но это планета. Это еще один газовый гигант нашей звезды. Так, надо, наверное, перемотать на момент, когда будет уже у нас восход звезды, я думаю, рассвета дождаться. Так, стоп. Что? Ва, вот она наша туманность, в которой мы находимся, блин. Так, стой, немножко замедлим. Ты посмотри, как она переливается красками. Ты видишь? Это классно, слушай. Но нет, недостаточно такие яркие краски, которые мы видели раньше на других планетах. Так, давай, ладно, ускоримся и дождемся восхода звезды. Я боюсь спросить, сколько за ночь, или вообще, наверное, за день здесь луны этой планеты облетают ее. Я уже не знаю, раз 10, наверное, точно они ее облетели, насколько я мог это видеть. Так, наша туманность уходит за горизонт. И самое главное теперь дождаться восхода звезды. Так. Я так понимаю, наступает тот самый момент, хотя я могу ошибиться. Так, давай ускоримся еще. Нет. Боже, такая длинная ночь. Это капец. О-хо-хо-хо-хо. Еще одна туманность, на которую мы сейчас с вами обязательно слетаем. Ух ты, стой, 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 стой. Стой, подожди. Это шаровое скопление. Это такое рассеянное, наверное, звездное скопление или что это? Нет, подожди, это что? Да ладно, это теплый астероид. Это луны. А, да, там посмотри, там супергигант, теплый супер Юпитер, газовый гигант, и так хорошо просматриваются все 46 лун на его поверхности. Обалдеть. На его орбите, вернее, да? Прям даже смотри, видно, как они крутятся, блин. Как они совершают обороты вокруг него. Капец. Так, ладно, давай ускоримся. Блин, достаточно такая насыщенная сейчас выдалась ночь на этой планете. Так, ну я жду восхода. Я должен дождаться восхода. Опа-па-па-поп, стоп-стоп-стоп. Кажется, тот самый момент. О, какие облака. Посмотри, какие облака. Да, вот, кстати, восход нашей звезды сейчас будет. Рассвет. Наступает рассвет. Ну. Ну, ничего, блин, удивительного, в принципе, в рассвете я не заметил. Вот ночи, конечно, здесь обалденные. Столько всего можно увидеть за ночь. Это капец просто. Это просто капец. Шикарно. Так, ладно, хорошо. Давайте, вот у нас здесь есть такая еще диффузная туманность. Туманность РН 8496. Я не знаю, что это за туманность, но я сейчас, короче, к ней слетаю.
Так, давайте перелетим к ней и посмотрим там на какие-нибудь планеты. Планеты, ага, так. Оранжевый карлик. Мне нужно, наверное, какой-нибудь... Я в центр не хочу залетать, а вот где-нибудь рядом с ней найти звезду, допустим, да, вот так. И у нас сейчас, подожди, надо время остановить нормальное. Так, и здесь можно, в принципе, поискать тогда планету. Жаркая пустынная Терра. Состав атмосферы CO2, пар, азот. Так. Ну, давай, я не знаю. Это, конечно, планета, наверное, очень горячая. Да, 507 градусов, раскаленная. Так, ага, понятно, у нее бесконечные солнечные сутки, она, блин, близко находится к своей родительской звезде, так, мне тогда здесь делать нечего. Холодная пустынная аквария, криогенная пустынная терра, вот давай вот прохладная пустынная субтерра, 70 градусов, так. Я так понимаю, на поверхности метан, да, наверное, скорее всего, какой-то. Так, ну, давай опускаемся. Здесь, да, такая плотненькая достаточно атмосфера. Конечно, намного меньше, чем наше земное. И посмотри, здесь такое интересное фиолетовое небо, да? О, луна. Это Луна у нас, да, я так понимаю. Так, ну давай, ладно, перемотаем время и даже, блин, ой-ой-ой-ой, стой, 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 нет, не так быстро, не так быстро, не так быстро. Так, закат звезды, дождемся. Так понимаю, здесь оно за горизонт сейчас у нас сядет. Так, что-то я не обратил внимания, сколько здесь идет, сколько идут солнечные сутки. Ой, блин, ну ладно, просмотрел. Давай ускорим тогда. Заход звезды я просмотрел. Так, ну уже, в принципе, видно такую интересный пояс из галактики, да, на горизонте. А вот и, кстати, диффузная наша туманность. Это красиво, нереально красиво. Вот там, кстати, еще одна туманность какая-то, по-моему, маленькая. В самой туманности, что ли, я так не понимаю. Или это какой-то взрыв сверхновый, что это? Да, блин, ну, конечно, шикарно это все смотрится. Вон там, по-моему, еще одна туманность. Слушай, их здесь полным-полно. Я думаю, наверное, я попрыгаю в следующей серии еще по туманностям, рассмотрим всякие разные интересные туманности, как они выглядят. Да, подожди-ка, а что это? Луна постоянно к нам... Повернута одной стороной, что ли? Я что-то не пойму. Как так? Она даже не... Ну-ка, стой, 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 стой. А вот уже восход. Вот рассвет, да. На фоне Магеллановых облаков. Классно. И смотри, а планеты этой звезды... Так, ну подожди, ладно, хорошо. Рассвет я увидел, а вот теперь мне необходимо увидеть закат. Сейчас мне надо увидеть закат. Сколько? 24 часа здесь, по-моему, да, я посмотрю.
Длятся солнечные сутки. Вроде бы когда, так. Можно, наверное, еще немножко замедлить. Смотри, какое солнечное гало. И на фоне, да, заката сразу виден, как я и говорил, пояс галактики. Блин, здорово. Ух ты, уже две луны, да ладно. Так, ну что ж, ладно, довольно-таки интересно. Давайте улетаем с этой планеты. И где у нас третья, и была, где была третья туманность, диффузная. Я там хочу найти какую-нибудь планету. Так, сейчас подожди, я ускорюсь. Так, это раз. Мы, по-моему, пришли, прилетели. Где-то была вот туманность, по-моему. Вот на ту я хотел слетать. Да, мы были там. А на третью я, наверное, походу хотел вот сюда слетать. Вот та туманность. Диффузная туманность. Так, расстояние 1000 световых лет. Такс. Ух ты. Смотри, похоже на слона, да? Видишь, хобот, голова, глаз. Туманность слон. Так, ладно. Что у нас тут интересного? Так, белая звезда. Спектр F07V. И у нас, по-моему, одни газовые гиганты, нет? Нет, есть у нас планеты с поверхностью. Холодная озерная аквария. Так. Отлично. Поверхность колоссальная, кстати, смотря. Так, ну-ка, давай, подожди. Так, сейчас пока ничего интересного не вижу, кроме звезды, и видно ее остальные планеты рядом со звездой. Так, я думаю, планета не будет на горизонте, да, у нас болтаться целый день. Должен быть закат, сейчас мы дождемся его. Немножко замедлим. Ну, пока ничего особенного я не вижу. Хотя, по-моему, туманность прорисовывается уже у нас на закате. А вот, походу... Походу, уже и ночь. Нет? Вроде бы как да, уже должна наступить ночь. Магеллановые облака. А вот и туманность, кстати, да. Ну, не сильно, конечно, ярко она, блин, просматривается, но... Но все равно это красиво. И посмотри, какая достаточно здесь яркая ночь, блин. Подожди. Луна.
У нас что, уже восход, что ли? Я не понимаю, подожди. Или на этой планете сейчас белые ночи? А, вот и восход уже. Рассвет, да? Слушай, как замечательно, блин. Классно, да. Ладно, друзья, наверное, буду я заканчивать на этом свою серию. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, комментарии. Жду также ваших комментариев. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки, друзья, в описании. Вот, пишите ваши идеи по поводу Space Engine, да и по другим играм. Да, и помните, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в ней. Пока-пока-пока.